Под звуки гармонии, звонкие песни в сквере на Зеленой 30 развернулись самые настоящие казачьи гуляния. Пока взрослые поют, воспитанники Амурского окружного казачьего общества разминаются. 9-летний Никита Диких приобщается к культуре вольных людей всего несколько месяцев, но уже готов продемонстрировать навыки владения оружием. Умею черта с прокрутом, могу восьмерку, двухбитку, еще трехбитку могу. Ну, в общем, много. Нужно чувствовать шашку, нужно с ней обращаться как с человеком, не нужно ее бросать. Посмотреть и подержать в руках настоящее казачье оружие могли все желающие. Маленький Ярослав Спириданчук шашкой размахивал так лихо, что сам мог дать мастер-класс кому угодно. Его мама призналась, такой масштабный праздник в своем районе они посещают впервые. Специально вот куда-то выехать не получается. А если есть такая возможность сюда прийти, почему? Тем более, если рядом живешь, можно прийти, посмотреть. Им интересно, я рада, что, по крайней мере, что вот оружие, это ну, все равно это опасно, но... Ну, мальчики, не бафлики, мальчики. Мальчишкам оружие, девчонкам мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы-птички. Ее делают из одного лоскута и нитки. Рядом на столе еще несколько видов кукол. Куклы бывают разные. Это успешница, у нее сумка с деньгами. Вот, она держит. Есть кукла-корова. Есть у нас кукла на курьих ножках. Вот, она на каблучках. Это как горожанка. Городская. Барби. Прабабушка Барби. Она игровая, ей можно играть. Все остальные просто наслаждались атмосферой праздника. Организовать его удалось благодаря совместной работе местных жителей, городского дома культуры, конно-спортивного клуба «Алюр» и творческих коллективов. Хочется прикоснуться немножко к нашей истории. Мы знаем историю, такую более современную, а древнюю историю у нас как-то изучили в школе там несколько часов и все и забыли. Поэтому вот через игры, через песни, через танцы. Русские народные танцы, песни и игры устроят снова следующим летом. Организаторы планируют доработать программу и сделать фестиваль «Славянская карусель» ежегодным. Алена Лепкалова, Дмитрий Тарасов, программа «Город».